бежит, да? Чтоб съесть. О, ребята. Давайте кушаем. Они все лопаются, смотри. Вот, смотри, большой какой. Блин, вот эти вот двое тоже встали здесь. Загородили мне путь. И я не смог никого съесть. Ладно, будем кушать слизнячков. Хорошо. Ух ты, какой огромный, а. Слушай. Ну, кто-нибудь лопнитесь, кто-нибудь убейтесь. Чтобы я вас съел. О, есть один. Все, съели. Так, ходим, смотрим, кого еще можно будет поймать. О, какой большой лопнулся, смотри. Просто огромный, да? Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Little Big Snake. И мы играем за такую вот змейку. Синенькую. Так, и смотрим, кого бы можно бы съесть. Да, мы маленькие, но мы можем уничтожать больших. Больших змей. Ух ты, какая интересная змея была, да? Тут я смотрю, скинов очень много, скинов, да? Всяких разных. Ух ты, тоже какой-то резкий, смотри. Резкий какой что. Так, тут и мелких много. Ладненько. Сейчас здесь походим. О, смотри, еда. Ох ты, гад, смотри, быстро все так съел. Так, ты тут не... Не это самое. Кто там? Как тебя зовут? Иди нафиг. Ага, типа друг такой, знаешь. Ха-ха-ха-ха. Ой, давай я... Типа друг такой, давай дружить. Давай позвать друзья. Ага, возродиться. Так, друзья, кто у нас тут? Так, тут можно только сидеть. А что значит в смысле? А, твой друг сейчас не арена, хорошо. А, за этим. А, твой друг не арена. А какая еще арена нафиг? Алло. Так, хорошо. Играем дальше. Думал, какой-нибудь... Ох ты, нифига, я возродился. Где, смотри. Где много вкусняшек. Ну, это прям большое спасибо. За что? Только я не понял. Не понял только, за что такое большое-большое спасибо игрушке. За такое возрождение. Нормально. Мы нечаянно стали большими. Очень быстро. Бабл, бабл, бабл. Сейчас мы тебя споймаем. Алло. Давай, 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 давай. О, словили мы его. Съели, хорошо. Так, вот этого малыша мы съедим или нет? Или пусть живет. Здесь слишком много вот этих змей. Поэтому тут ловить кого-то тоже смысла большого нету. Потому что можно будет легко врезаться. О, еда. Еда, еда, еда. Это хорошо. Много еды, ребята. Очень много еды. Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто-напросто, ну никак не смог вылезти отсюда. Ну что ж. Так, позвать друзья этого чувака. Интересно. Так, 5,5 тут был. Нифига себе, убийство сколько. Офигеть, спасибо. 6 ключиков мне дали, и я сейчас открою сундучок. Да, железный сундук. Неплохо. Все, мы скинчики эти увеличиваем. И, наверное, через месяц, может быть, через 2, мы откроем какие-то новые скины. Может быть, и раньше, конечно. Если я больше буду играть в эту игру. Если тебе нравится эта игра, я буду в нее играть. Ставь лайк и пиши комментарий. Чтобы я знал, что тебе нравится, и я буду дальше играть в нее. Так, вот этого слизняка быстренько съели. Бабл, 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 бабл. Вот этого я теперь споймаю точно. А, нет. Слизняк вот этот бегает большой, я его хочу съесть. Хорошо, съели. Вот этого. Так, быстренько, 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 быстренько. О, какой-то огромный, смотри. Вот еще слизняк. Ах. Какие огромные змеи. Так, бабла мы сейчас поймаем. Так, давай. Есть. Убили. Убили, споймали бабла. Слизнячка вот этого большого съели. Вот. Вот еще слизняк. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп, есть, готов. Готов, слизнячок. Слизняки бегают и кушают. Вот этого бабла я хочу съесть. Ну, я врезаюсь в стену. Да, да, да. Стена. Бич. Бич всех змей. Это стены. И мы открыли. Что мы открыли такое? А, ух ты. Мы потихонечку открываем скины различных животных, да, хотел сказать.
Змей. Да, спешить здесь не надо. Так, вот быстренько. Вот съели, убили, хорошо. Второго. Отлично. Так, и какой-то большой-большой змей бегает. Ой-ой-ой-ой, что здесь творится? Ребята, ребята. Так, быстренько я это все съедаю. Тоже какой-то резкий был, смотри. Резкая змея какая-то бегала. О, ребята. Аккуратненько здесь, на поворотах-то, алло. Вот какой-то, смотрите, огненный красивый змей пробежал. Ох. Бабл, 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 давай его. Есть, смотри. Мы стали больше видеть. Так, давай быстренько собираем, дальше идем. Вот, у нас обзор улучшился. Так, с лучшим обзором хорошо стало видеть. Вот так было бы постоянно. Так, вот этих сидим быстренько. Ой, заканчивается, заканчивается супервидение наше. Так, а ну-ка, я за этой божьей коровкой беру. Да приземляйтесь уже быстрее. Так, бабл. Есть. Все. Съели. А, это я оставляю, когда бегу, вот эти полосочки. Вот еще один бабл. Ай, бабл, пожалуйста. Да что ж ты такой быстрый-то, алло. Да. Бабл этот очень быстрый был. Не смогли мы его съесть. А тут наверху что у нас, водичка, да? Сейчас. О, вот еще один бабл. Да что ж ты такой резкий-то, алло. Либо это я еще маленький слишком. Блин, почему я такой маленький стал? Когда ускоряешься, видимо, теряешь энергию. Конечно, ты когда бежишь, он, это я бежал. Ну что-то я, мне вот эта вот суперскорость тоже не особо нужна в данный момент. Давайте пойдем, где у нас большие ребята. А где? А я прям на конце карты, прикинь, нахожусь. А как так? Ох, спасибо большое, что ты меня съел, потому что я хочу куда-нибудь подальше. В центре быть. А так мне бы пришлось долго-долго ползти. Так, идем. Вот, видишь, я сразу в центре. И будем возле этих жучков ходить. Вот, смотри, сколько еды. Собираем и идем дальше. Где у нас все змеи? Вот у нас змейки. Сейчас посмотрим. Кто-то может сейчас лопнуться. А кто-то уже лопнулся, смотри. Кто-то уже лопнулся. Опа. Хорошо, мы сейчас это все соберем. О, допрыгался, да? Допрыгался. Прыгал, прыгал он. Допрыгался, чувак. И ты тоже допрыгался, слушай. Смотри, сколько слизнячков бежит, да? Чтоб съесть. О, ребята. Давайте, кушаем. Они все лопаются, смотри. Вот, смотри, большой какой. Блин, вот эти вот двое тоже встали здесь. Загородили мне путь. И я не смог никого съесть. Ладно, будем кушать слизнячков. Хорошо. Ух ты, какой огромный, а. Слушай. Ну, кто-нибудь лопнись, лопнитесь, кто-нибудь убейтесь. Чтобы я вас съел. О, есть один. Все, съели. Так, ходим, смотрим, кого еще можно будет поймать. О, какой большой лопнулся, смотри. Просто огромный, да? Ой-ой-ой-ой, врезался в этот в Руби. Давай его, этого Руби, хитрый змей Руби, позвать в друзья. Хорошо. Возрождаемся. Угу. Так, 5 и 1 тонна мы были, да? Получили 9 ключей. Хорошо.
Отправимся мы где-то... Да, мы открыли деревянный сундук. Вот, видишь, как мы получили. Немножечко, немножечко получили скин. Играем дальше. Вот такая маленькая змейка пока. Но мы будем расти. Так, давайте. Давайте ползем. О, вот эту штучку я съем. Спасибо. Так. Ох ты, сколько много тут змеек. Сейчас мы будем здесь ходить. Опа, спасибочки. Видишь, как бывает, да? Вот еще одна большая змея. Сейчас мы ее быстренько скушаем. Вот, отлично. А вот еще... Ох ты, змей. Ах ты, е-мое, вот этого. Вот это, значит, это мы сейчас скушаем немножко частично. Частично скушаем. Сколько вообще возможно. Так, съели. Вот еще остатки от какой-то змеи у нас. Ага. Так, бабочка все не может понять, куда ей плыть. Ой, сколько много здесь еды. Давай это все съедаем. Хорошо, подъели. Так, бабл. Ах, вот еще одна змея у нас лопнула. Ах ты, ё-моё, врезался я в тебя, зеленый змей. Марко, хитрый змей. Давайте его позовем, друзья. Хорошо. А, у игрока достигнут предел лимита друзей. Ну, ладно. Эх. Семь тонн были, представляешь? Ох ты, 9 ключей заработали. А ну-ка смотрим, что мы там открыли. Сундук, железный сундук. Потихонечку мы открываем новые скинчики. А давай посмотрим, сколько мы чего-то открыли. Так, здесь мы открыли. Так, этих мы, конечно же, еще не открыли, потому что их, конечно, сразу не откроешь. Только с этих начинаем. А если его купить? А они, слушай, что, не покупаются, да? Сталкер. Так, кто у нас? Так, получи VIP или звание принца, чтобы надеть регалию. Сталкер. Ага. Япония. Ага. Канада. Турция. Подожди. Ну давай выберем Италию. А, вам нужен статус VIP, чтобы пользоваться регалиями. В смысле, какой статус VIP? Типа. Ага. Типа нужно VIP. VIP. Хорошо, а как получить VIP? А VIP-бонусы. Это все за деньги, да, я так понимаю? Ну что ж, ладно, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч на канале Duda Play. Пока-пока.